Случаи, когда в аварию попадают водители, чьи транспортные средства принадлежат юридическим лицам, отнюдь не единичны. Поэтому с целью стабилизации ситуации отделом ГИБДД проведена операция «Юридическое лицо». В ходе проверок выявлено более 40 неисправных транспортных средств. Из них в 17 случаях запрещена их эксплуатация путем снятия государственных регистрационных знаков за неисправность рулевого управления или тормозной системы. Также инспекторы проводили плановые проверки транспорта, предприятий и организаций. В ходе плановых мероприятий проверки юридических лиц выявлялись такие нарушения, как непроведение предрейсового медицинского осмотра водителями, непроведение проверки технического состояния автомобилей, отсутствие аттестации должностных лиц, неисполнение срока, установленного законом предписания органа ГИБДД. За все нарушения, выявленные в ходе проведения плановых проверок, руководители предприятий были привлечены к административной ответственности. На многих предприятиях города побывали полицейские, провели с руководителями и коллективами профилактические беседы на тему безопасности. Сейчас, когда резко наступило похолодание, в связи с которым могут возникнуть нештатные ситуации на дорогах, это особенно важно. В связи с понижением температур окружающей среды просим водителей отказаться от дальних поездок, так как при низких температурах возможен отказ различных систем транспортных средств. При проезде пешеходных переходов, перекрестков возможно ограничение видимости из-за создавшихся облаков отработанных газов. Поэтому необходимо быть предельно внимательным как пешеходам, так и водителям. При незапланированной остановке транспортного средства в результате ее технической неисправности обращаем ваше внимание, что вам необходимо сразу же сообщить об этом в госавтоинспекцию по телефону 616-48, либо по телефону экстренных служб 112 по сотовому телефону.